Здравствуйте. Вас приветствует компания «Батискаф». Меня зовут Александр. И сегодня я представляю вашему вниманию лайкровый реглант компании «Скубапро». «Рашгвард». Мужской и женский вариант. Для того, чтобы не обгореть на море, для того, чтобы не сгорела спина и шея, собственно говоря, нужно использовать вот такую вот лайкровую футболочку. Я бы назвал даже это реглан, потому что имеется длинный рукав, потому как руки тоже очень-очень быстро обгорают. Это новые регланчики от компании «Скубапро». Вот такой вот черный мужской с красивой надписью «Скубапро» на руке. И вот такой вот розовый, прям с фиолетовым, женский. По-моему, оба очень красивые. Особенно мужской мне понравился. Очень такой красивый, четкий, в черном цвете. Рассмотрим его поближе. Значит, это лайкровый материал. Очень тоненький, очень-очень мягенький. Горло, высокое горло. Для того, чтобы не горел затылок. Потому что затылок сгорает очень быстро, когда вы снорклите. Вот это место просто выгорает, становится краснючее, а потом быстро очень облазит. Для того, чтобы такого не произошло, вот такой вот регланчик. Мягенький, комфортный. Быстро, очень быстро сохнет на солнце. И, конечно же, защищает от ультрафиолета. В данном случае UV Protection составляет аж полтинничек. UPF 50. Очень мощная защита от солнца. Мужской вариант, женский вариант. Все, в принципе, то же самое. Высокое горло, легко одевается, хорошо тянется, мягенькое, очень комфортное. Плотненько облегает для того, чтобы водой не замывалось наверх, как говорится. Желательно брать так, чтобы облегала она плотненько. Ну, на этом, пожалуй, все. Кому интересно, кому нужен вот такой вот реглан, кто не хочет обгорать на солнце, всех вас с радостью ждем в нашем магазине «Батискаф». До свидания.